Конкурс на поставку новых автобусов и трамваев «Корсара» для Калининграда проведут повторно. Власти намерены получить новый транспорт для города уже в следующем году, сообщила глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник 28 сентября 2021 года. «Мы получили предписание ФАС, и мы его исполним. Коллеги из Калининград-Гортранса готовят новую документацию. Объявимся в этом году. В следующем году получим все планируемые транспортные средства», отметила Дятлова. Она добавила, что администрация проведет два конкурса по выбору финансовой организации на предоставление кредита. Напомним, в середине сентября власти объявили о поиске подрядчика по оказанию услуг финансового лизинга автобусов и трамваев на сумму 3 миллиарда 870 миллионов рублей. Позднее московская компания Safe Technology подала жалобу в ФАС, указав, что в конкурсной документации в один лот были объединены трамваи и автобусы, что может привести к необоснованному ограничению числа участников торгов. Кроме того, подаренные в январе Москвой автобусы ЛиАЗ пока стоят в гараже. По словам сити-менеджера, это связано с тем, что транспорту надо пройти до оснащения, а в автопарке не хватает водителей из-за коронавируса. Как сообщалось ранее, Елена Дятлова отреагировала на обнаруженные ФАС нарушения следующей фразой: «Жизнь продолжается, ничего не закончено», и заявила, что экологичный транспорт все равно будет закуплен. Изначально власти планировали закупить в лизинг на 5 лет 74 больших автобуса категории М3 и на 10 лет 16 двухсекционных трамваев. Договор будет действовать до конца 2031 года.